Всем привет, меня зовут Слава Макаров, я руковожу департаментом R&D в компании Wargaming.net и занимаюсь новыми разработками. Иногда я помогаю старым, и сегодня мы поговорим о том, как мы разрабатываем новый баланс для World of Tanks и о том, как вы, игроки, можете нам помочь. Вообще, история баланса очень хорошо описывается фразой «хорошо быть умным раньше, как моя жена потом». Ну, женатые поймут, а неженатым это еще предстоит выяснить в своей жизни, приобрести бесценный опыт и все такое прочее. Дело в том, что когда мы делали танки, у нас, значит, была концепция, что вот у нас только тяжелые танки будут 10 уровня, все их будут хотеть, любить, то есть 5-10. Выяснилось, что это, в общем, подход неправильный, и пришлось дорастить все прочие ветки, то есть средних танков, там, противотанковых орудий, артиллерии тоже до 10 уровня. В связи с этим мы, в общем, были вынуждены залезть несколько глубже в будущее, чем планировали изначально. Ну и это, в общем, привело к некоторым негативным следствиям. Одна из проблем, которая возникла перед нами, можно описать как инфляцию игровых характеристик. Так или иначе, всегда возникал соблазн сделать какие-то танки лучше. Дальше приходилось подтягивать всю остальную технику. Изменялись механизмы работы физики. И каждый раз разработка стремилась к тому, чтобы танки получались после введения изменений в физике и функциональностях не хуже того, как они были до этого. И постепенно характеристики машин росли. В какой-то момент случилось качественное изменение. На высоких уровнях создалась ситуация, при которой любая высунувшаяся машина обнаруживалась, потому что танки начали видеть очень далеко. В нее попадали, потому что танки начали стрелять очень далеко. Ее пробивали, потому что сербоголда позволяет пробивать танки на достаточно большой дистанции. И ты умирал. После этого ты начинал ненавидеть арту. Почему ты начинал ненавидеть арту? Почему игрок начинал ненавидеть арту? Очень простой ответ. Потому что арта изначально была задизайнена как юнит, задача которого заставлять всех остальных двигаться и выходить наружу. Но выходить наружу, атаковать, вести себя агрессивно, стало невыгодно. И мы столкнулись с парадоксом. Арта, которая должна заставлять тебя выходить наружу, не может этого сделать. Что после этого происходит? Она продолжает тебя долбить, и ты умираешь под артой. Либо ты выходишь и умираешь под фокусом остальных игроков. Не очень хороший выбор. Самая главная ошибка в балансе была сделана, будете смеяться, тоже примерно тогда же, во времена там еще написания концепции по World of Tanks. Дело в том, что в качестве топового советского танка была взята убер-машина ИС-7. Значит, со 130 мм бабахой, с высокой пробиваемостью, с лютейшей броней и с подвижностью, которой обладал не каждый средний танк. То есть 60 км в час – это, в общем, немножко делает средние танки бессмысленными. Вот. Естественно, мы, конечно, его несколько приопустили, в частности, по подвижности, но просто вот ИС-7 задал совершенно невообразимую планку. Да? То есть вот это вот была ошибка. Что же касается всяких вот таких вот убираний крошек со стола, да, они проводились постоянно. Каждый патч мы вносим небольшие балансные правки. Какой-то танк мы ослабляем, какой-то делаем сильнее, где-то слегка меняем броню, вооружение, вносим какие-то небольшие функциональные изменения. Такие небольшие изменения можно делать очень быстро и также быстро их выпускать. Однако те изменения, о которых мы говорим сейчас, это более глобальные системные изменения в игре.
То, что мы хотим попробовать, своего рода компромисс между общим тестом и супертестом. Мы хотим вовлечь достаточно большое количество игроков в раннее тестирование того баланса, который мы планируем. Наша идея – очень зафокусить это тестирование, начать с самого верха, сделать максимально классным игру на топовом 10-м уровне и потом начать отстраивать этот геймплей вниз. У нас есть, например, маус, который вот чисто тонкование, и это его как бы самое главное. И есть, например, 50B. Очень разные машины. То есть, потому решено было начать именно с них. Как только мы настроим горизонтальный баланс, ну, то есть внутри 10-го левела, мы будем спускаться на левел ниже. То есть десятки нас в таком виде устраивают, потом подключаем девятки, восьмерки, и уже вот в рамках вертикального баланса вот эти три левела настраиваем и так далее, спускаясь до самых, собственно, начал. Мы хотим попробовать понять каждый танк, его роль в бою. Их будет больше, чем там средний, тяжелый, легкий. Очевидно, что есть разные средние, есть разные тяжелые, есть разные легкие танки. Мы хотим сделать эту роль ярче. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо в полной мере оценить игру с измененным балансом. Оценить ее как единое целое. Нужно в нее играть, и мы не можем сделать это на серверах, где играют игроки. Потому что если мы сделаем что-то не так, это очень быстро негативно скажется на игре. Поэтому то, к чему мы планируем обратиться, подпадает под концепцию песочницы. Бета-реалмы, где определенное ограниченное количество игроков сможет играть и помогать нам сделать игру такой, какой хотят они. Песочницей мы условно назвали обычный тестовый сервер, на котором мы будем тестировать все изменения, которые мы вносим. То есть мы хотим сделать ролевую систему, об этом уже все слышали, баланс 2.0, все дела. Вот, и именно в этой песочнице это все будет тестироваться. Песочница потому, что изменений будет много, то есть мы там, например, сделали в таком виде, то есть вариант, например, номер один. Вот. Потестировали, понравилось, не понравилось, потом поменяли. То есть это сервер, на котором изменения будут нормой. Это как куличики с песком. Ты их вот слепил, поигрался, надоело, разрушил, слепил новых. Мы будем часто менять вещи на этом сервере. И ну, наша идея в том, что мы будем показывать наш прогресс и не бояться того, что мы не отстроим эти куличики заново. Надо стремиться к фану, да? Если играть клево и весело, значит, мы на правильном пути. Если не клево и не весело, значит, мы на неправильном пути. Соответственно, играть, получать фан и путем, так сказать, вот распространения этого опыта транслировать фан, удовольствие и все такое прочее на всех игроков. Суть плана сводится к тому, что он будет выполнен именно тогда, когда мы все сделаем. Он будет выполнен тогда, когда все будет сделано хорошо. Когда это будет игрой, в которую захотят играть игроки. Игрой, в которую мы бы хотели, чтобы наши игроки играли. Когда она будет выполнять все поставленные перед ней цели. Тогда мы ее и выпустим. И никак не раньше. Запуск тестового сервера — это большой шаг для всех нас. Мы приглашаем активных игроков принять участие в тестировании. Вместе мы сделаем нашу игру лучше. Спасибо, что помогаете нам.